Здравствуйте! Вы смотрите «Афишу», рубрику, которая поможет сделать ваши выходные интересными. Меня зовут Юлия Севера, я заготовила для вас информацию о грядущих спектаклях и мероприятиях. 21 ноября в театре «Самарская площадь» спектакль «Пришел мужчина к женщине». Она пытается его познать, он боится ее спугнуть. Она стремится понравиться, он хочет проявить себя. Что она увидит в нем и что почувствует он в ней? За один вечер герой испытает подъем чувств от недоверия и недопонимания до эйфории и восторженной страсти. В непростой любовной истории зрители смогут разобраться 21 ноября. Начало спектакля в 18:00. Театр «Кукол» в эту субботу приглашает всех юных поклонников театрального искусства. На сцене спектакль «Машенька и медведь». Русская народная сказка о том, как девочка Машенька, заблудившись в лесу, попала в избу, в которой жил медведь. Сможет ли она перехитрить лесного зверя, который не захочет ее отпускать назад в деревню к бабушке с дедушкой? Ответ на вопрос ищите 21 ноября в театре «Кукол». Легкая, романтичная история любви заиграет на сцене театра драмы имени Горького 22 ноября. «Алые паруса» Александра Грина на сцене. Эта музыкальная феерия возвращает нас к юности, мечтам и первой любви, заставляя верить в то, что чудеса все-таки бывают. А красочные декорации и костюмы переносят зрителей из реальной скучной жизни в мир фантазий. Не пропустите в ближайшее воскресенье. Весело и непринужденно это воскресенье можно провести дома, в кругу семьи, перед телевизором. Телеканал «Самара ГИС» заготовил интереснейшую воскресную телепрограмму. В 19:00 сможете насладиться самым настоящим французским кабаре. Талантливые артисты, певцы, фокусники, актеры и представители самых различных направлений творчества будут удивлять вас фееричными номерами прямо с голубого экрана. После, в 20:00, смотрите художественный фильм Алексея Попогребского «Простые вещи». А в 21:50 время юмора на телеканале «Самара ГИС» шоу «Прожектор Пэрис Хилтон» рассмешит даже самого хмурого зрителя. На сегодня все. Вас поздравляю с окончанием рабочей недели. Проведите эти выходные ярко. До свидания.